В Акушинском районе группа ученых были найдены останки тела древней морской рептилии – ихтиозавра. Палеонтолог-любитель Амар Хаписов, автор находки, в данный момент тщательно изучает ее, определяя точный возраст морской рептилии, а также особенности строения ее тела. Археологическим находкам по предварительной версии более 100 миллионов лет, а это значит, что найденный ихтиозавр жил в начале юрского периода. По словам исследователя, находка не случайна, искали давно и целенаправленно, так как твердо уверена, что ископаемый ящер в наших краях есть, не покидала специалистов. Более того, в планах у ученого-любителя продолжит поиски уникальных скелетов.